За 11 месяцев ВВП республики вырос на 3,8%. Объем – 198 миллиардов рублей. Главным двигателем остается промышленный сектор. Эффективная работа экономики увеличила рост реальных доходов населения на 6%. Зарплаты прибавили почти 11%. Пенсии по возрасту более чем на 12%. Около 6 миллионов иностранных туристов примет Беларусь за 2023. География насчитывает 85 государств. Самый горячий сезон в преддверии новогодних праздников. Путешественники приезжают не только за покупками, но и для экскурсий. За 7 месяцев доход от туруслуг превысил 116 миллионов долларов. Утвержден график работы учреждений здравоохранения в декабре-январе. 23, 30 и 6 числа как субботний день. 24, 31 выходные. 25, 1, 2 и 7 праздничный. Несмотря на приближающийся уикенд, в стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой помощи трудится в режиме повышенной готовности. 26 декабря депутат Палаты представителей Национального собрания Вера Широкая проведет личный прием граждан и юридических лиц. Встреча пройдет в администрации Первомайского района, кабинет 309, с 10 до 2 часов. По всем вопросам обращаться по телефону 137-02-70. Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Заявления принимаются по 4 января включительно по адресу площадь Ленина 1, кабинета 101-102. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте.